краткосрочный план на 2019-2020 годы включена замена 142 единиц лифтового оборудования в 47 многоквартирных домах Одинцовского округа. 91 подъемный механизм или 64% от запланированного объема уже заменен. При этом 82 из них введено в эксплуатацию специалистами Ростехнадзора. В этом году в Московской области заменят и отремонтируют более 700 лифтов в рамках реализации программы капитального ремонта.